Всем привет, друзья! Вы на канале Baby Go! Здравствуйте, мои дорогие! Денечка, что сказать? Привет! Здрасте, да? Привет, привет! На каком вы канале? Baby Go! Baby Go! Сегодня у нас очередное что? Развивающие видео, да? И у нас сегодня осенняя поделка, друзья. Мы потренируем моторику, подключим творческие навыки. Вот Денис попробует на вкус макарон, не готовый. Друзья, и мы попробуем сделать из макарошек, вот из таких вот макарошек и листочков желтых осенних, сделать кораблик на воде. Для этого, Денечка, нам надо клеем приклеить макарошки к бумажке, правильно? Давай намажем и макароны, и бумажку клеем. Приклеим макарошки. Потом мы сделаем из листочка парус. Из другого листочка мы сделаем лодочку. И все это дело приклеим. Ну что, День, клеим макаронины к листочку. А потом будем листочки клеить, как корабль. А еще мы все это покрасим синей краской, чтобы у нас получилось голубое море. Денечка, давай побольше клея нанесите, конечно. Давай, вот здесь не хватает клея, посмотри. Да. Вот давай еще вот сюда нанесем клея. Давай, мама тебе чуть поможет. Это, к сожалению, очень сложно давится клей. Давай, Дин, старайся. Старайся. Вот. Давай еще немножко добавим клея, да? Отлично. А вот здесь у нас клея не хватает, друзья. Вы заметили, да? У нас здесь очень много макарошек. Денечка, давай вот сюда нанеси клея. Вот сюда, обязательно. Вот, хорошо, только надо перевернуть баночку-то, День. Ты так не сможешь оттуда клей вытащить, потому что у тебя носик вверх, а ты сделай носик вниз и дави. Вот вместе с мамой попробуйте. Не с мамой, самостоятельно, я понял, давай. Вот так у тебя не получится, День. Надо носик опустить вниз. Не свой носик, а носик баночки, давай. Носик баночки вниз опустим, День. Давай, мама тебе просто подскажет чуть-чуть. Вот, а теперь дави. Отлично, вот так вот. Нанесли, да? Ну все, макарошек, наверное, хватит. Это у нас похоже уже на волнующееся море. Теперь, друзья, мы сделаем кораблик. День, давай теперь листик возьмем, похожий на кораблик, и приклеим. Давай, вот сюда наноси клей. Наноси клей над макарошкой. Повыше, вот здесь где-нибудь наноси клей. Давай, старайся, нажми посильнее. Нет, переверни. Нет, Денчик, переверни носиком вниз. Так. Еще мамы нет. Мамы нет, хорошо. Ну давай сам тогда носик вниз опускай. Не свой, День. Баночки носик опускай вниз. Ну, надо самостоятельно. Ну, да ты заметил, как мама делает? Вот, делай так же. Давай, опускай баночку вниз. Носик вниз опусти. Нет, День, так ты не сможешь выдавить клей. Так, День, давай носик вниз. Вот сюда наклоняй. Не свой, Денюш. Возьми носик баночки. Давай вместе с тобой. Вот так вот. Вот, нанесли с тобой клей. Давай теперь приклеим. Давай, бери листочек в руку. Клей его сюда, наклей. Не, ну так, ну можешь полить, да. Хорошо, нам все равно еще пару с тобой крепить. А теперь крепи сюда листок. Давай я тебе помогу чуть-чуть. Не, мама, не крепи. Ну давай, папа. Мама, не крепи. Хорошо, мама, хорошо, мама. Так, все, основание корабля у нас готово, Денюш. Теперь нам надо сделать парус. Нет, у этого нету ножки. Давайте возьмем другой. Давай мы с тобой. Вот, смотри, какой день у нас красивый парус будет, да? Так. Сейчас вот здесь мама намажет клеем, Дин, и мы с тобой приклеим парус. Динечка, теперь нам надо с тобой покрасить. Смотри, у нас есть кисточка. Красочка. Какого цвета, Дин, красочка у нас? Синяя. И нам с тобой макарошки надо покрасить в синий цвет. Держи кисточку, макай в краску и крась макароны синим цветом. Так. Ну хорошо,
Давай, я пока прикреплю получше. Так, неплохо. Я буду их обратно крепить к клею. Два макарона. Так, давайте. Вот. Ага. Динь, а самый крайний? Самый крайний макарончик ты будешь красить? Хорошо. Динь, ну что, мы с тобой получили картину на Вазовского? Получили? Давай друзьям покажем. У нас могут макароны отвалиться, а то они какие-то немножечко сложной формы. И поэтому плохо держатся на клею. Сейчас мы их немножечко прижмем. Вот такая у нас получилась картина, друзья. Кораблик на воде. Вот. Друзья, вот такая у нас получилась замечательная поделка из осенних листочков и макарошек. Ну а мы с вами ненадолго прощаемся. Это был канал Baby Go. Мы придумываем для вас развивающие ролики. А вы подписывайтесь на канал, ставьте нам пальцы вверх. И чикак пальцы вверх. Оставляйте свои полезные комментарии. До новых встреч, друзья! Конечно, иди.